могло подвести электрооборудование. В МЧС озвучили предварительные причины пожара в Миассе. Там накануне сгорел киоск. Павильон расположился в жилом дворе, в непосредственной близости от многоэтажек. Киоск вспыхнул в 12 часу ночи на улице Макеева. О ЧП сообщили местные жители. Пожарные оперативно прибыли на место. Огонь потушили. Обошлось без пострадавших. Пострадал только сам павильон. Сильно обгорели стены и имущество бизнесменов. В Магнитогорске из-за короткого замыкания вспыхнул пожар в гараже. Прибывшим сотрудникам МЧС пришлось вскрывать двери бокса, чтобы добраться до очага возгорания. С огнем справились буквально за 5 минут. Выгорели вещи владельца гаража. Пострадавших нет. Причина короткого замыкания выясняется.